газ, плитку газовую. Вот. Здесь нажимаешь, здесь искорка выходит, а здесь включаешь. И говорит, что ты? Ира, у нас сегодня не до тебя. Надо это самого убирать. Мне все чистить. То, что Ваюс от вчера отодрал. Эти штучки все отодрал. Все отодрал, надо чистить, да. И разбирать все. Ты, такси. Дождик начинал капать у нас. Мы двери вчера занесли, туалет не поставили их. И не приехали сегодня рабочие нам подводить. Столбы поставили, как-то что-то криво он, что ли, стоит. Чик наклонен туда. И здесь тоже поставили. Тоже как-то наклонен туда. Или мне так кажется. Ну, смотрите, наша колонна прямая. И этот столб. И дождик чуть-чуть, 3 капельки прокапал. И все. И остановился. Море. Тут не видно. Чуть-чуть только видно. Море сегодня вон какое. Давайте покажу. Вот видно. Кусочки маленькие. Дома. Собака гуляет. Вот. Трактор вчера здесь оставили и уехали. Ну, что делать? Да, Иро? А Иро уже покушала. Носится за мной. Да, Иро? Иди сюда. Эладо, браво. Браво, курицулем. Браво. Фала со всеми раисихов лепо. Вай. Фала со всеми раисихов лепо. Она покушала сегодня консерву. Так хлеб любит. Митсус ее научил хлеб кушать. Что у тебя здесь такое? Ты где? Поцарапалась? Костас говорит, приходит к нам, говорит, со всеми котами ругается, говорит, дерется. Где мы, туда и она. Где мы, туда и она. Я в туалет, она в туалет. Я кушать, она кушать. Я сюда, и она сюда. Я убежала вниз туда, что надо было мне кое-что подобрать. И она за мной с балкона сиганула. Что там, Иро? Что ты там увидела? Что там увидела? Кто там шевелится? Там кто-то шевелится, да? Там кто-то шевелится. Там что-то шевелилось. Я, собака, видимо. И она услышала. Видели, собачка гуляет, она там лазит. И это услышала ее. Такая вот. Тебя много, Иро, тебя много. Другие пишут, нет, немного. Нам нравится, Иро. Да. Давай ему доброе утро, добрый день. На дупитах сафтет буладос и на пару что волон на дуплину. Я ты иргалею, что Борис надувались. Я ты на дупитах, что виды скитет я, давай ему. Мивались до, я ты мету фисай на фигу, на фтега лафручика. Если ты еще плюсус. Я говорю, с ветром, говорю, улетят отсюда, говорит. Говорю, ай, пускай кто-нибудь возьмет. Он говорит, а пускай, говорит, берут, говорит. Кто беднее его? Я говорю, ты что, говорю, богатый, говорю, что ли? Что здесь такое? Давайте горы покажу вам. Ущелье наше, вот туда идет все. Река вот туда между гор идет. Давайте покажу вам. Там скалы, видите, скалы, голые скалы, вот кусочек, ой, пальчик мой, давай, вот, вот он, видите, там такой жух, пролом такой, и вот эта река туда идет, вся, вот так вот. Ваймо, и го влепу, и страва стилус, и ендене. Де бореш ми домати на лес. Де бором ми домати на до. И мене на межу и не като и до Гернедекс, да. Он тоже сказал, да, говорит. Не, ти колона. Папарис ми е фиети колона ти зимедене. На, фенете, не. Колонда цемендене ища, а в тото стилус, на. Он, видите, с кривой. Вот, видите, вот, давайте, колония, во. Полины. Смотрите, что. Много разницы. Разница большая. Так, ладно. А что-то иду, шкупи допиту. Когда это уберут?
Короче, вот здесь машина ездит, и с той стороны машина ездит. А вот это вот, что он, это все принесло у нас с гор. Вот это все принесло с гор. Песок и бревна. Только вот эти вот сухие листья, где это срубили сейчас. Вот. Это надо все отсюда убирать, и не убирают. Ну ладно, что теперь. Мальчики, домой. Здесь мыли дорогу. О, китоплинане. О, здесь мыли дорогу, с утра мы ехали. И вымали, смотрите, как что. Ого, чисто как стало. Жизнь возвращается. И же их синих ежи, да, Ваю? Сега. Смотрите, как что, вымали как. Ого. В некоторых местах грязно. Все, наверное, сегодня больше ничего. У нас приезжали рабочие, поставили столбы и уехали. Они уехали, и мы уехали. Сега, сега! Ох! Дук-дук-дук-дук-дук. Папки, салеса, ики... Не, не, кулебондес. И не молоко ту не рай, но не цимет. Че, потихоньку, потихоньку. Ну, че, говорит, я должен с моря ехать. Там, говорит, это мягенько, а здесь цемент. Ну все, девочки, мальчики, мы едем до дому. Делали сегодня, я не успел, мы всю комнату нашу вымыли. Абсолютно всю, окна, все, он вся отодрал, все гвоздики выдернул, все сделали. Все вымыли. Окна, двери, все. Все от песка, все отодраили. Теперь эта комната будет сохнуть и будет краситься. Окна вставлять, эти самые, стекло вставить надо будет. Вон эти самые, не знаю, видно вам не было. Эти цветочки цветут, оп. Оп. Большой, большой. И все, и туалет, два санузла вымыты, вычищены. Двери только мы сняли, они сохнут. Сохнут двери на улице. Вчера сохли, сегодня дома. Потому что с утра дождик что-то капал. Вот такие вот дела. Приедем, подвешиваем двери. Все, санузлы вымоты. Все чисто. Все везде чисто. Начинаем. Половина зала у меня тоже вычищена. Камин, два окна. Большое и маленькое окно вычищено. Сейчас останется Костаса комнату. Все вымыть. И она тоже будет сохнуть завтра. Это все будет. А, Иргажу, у меня добрый стаж и массу в Тукине. Мы. По туку в лай стилюш. Опа. Фертиго. Мы. Окей, в добрый стаж, ты автота питья. Солнце такое. У нас сегодня тепло. Сколько градусов? 23 градуса. Вот. Такие вот вещи. Спотели несколько раз. Мокрые. Угу. И вот такие вот вещи. Так что завтра, если что-то, я смогу снять, потому что мы торопимся. Но надо до зимы, до холодов, до дождей убрать, вымыть всю квартиру, все, чтобы все чисто было. А потом уже будь что будет. Потом уже все остальное. Коридоры и все остальное. Это меня не чешет. Потом это все потом. Вам делаем квартирку, надо все убраться. Все, девочки, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Здесь стена отвалилась у дома. Вот видите, камни такие вот. Видите? Такая вот. Как она еще не обвалится. Если еще чуть-чуть, и может обвалиться. Дерево вон, видите, выковырчилось от воды. Вот, ребята, как во втрене важен стиль уж масс. Тупирены, капу алю отъяжены, которые адги пегенут, что волю. Что волю пегенут брусташи масс. Мы кто волю нам мережет, а кто... Они вонючие такие, вот эти машины. Будет вонять. Какие горы красивые, когда солнце заходит. Где солнце не берет, там тень, а где солнце берет, там солнышко.
это деревня Хорту. Здесь тут речка, и там возле моря дом вот так вот на бок свалился. Я вам его показывала уже еще в первых видео. Ну, сейчас я захвачу и вот уже покажу вам, если получится. Это магазин здесь. Вот здесь речка, вот. И вот там дом, смотрите. Вон, видите, в море упал. И Ваюша нос захватила. Кто остановит, посмотрит. Все, увидимся.